Требования жителей микрорайона Шахтерский вернуть единственный рейсовый автобус удовлетворили, правда, частично. Восьмой маршрут вернулся на дороге Караганды. Вот только вместо привычного просторного транспорта восьмерку обслуживают микроавтобусы, да и интервал движения значительно увеличился. Восьмерка уже не та. Поменялся вид транспорта, перевозчик, да и интервал движения изменился. Это единственный маршрут, который ходит до микрорайона Шахтерский Майкудуки. На днях местные жители были отрезаны от города. Автопарк номер 3 временно приостановил работу рейса. Акимат среагировал быстро. Сегодня восьмой автобус возобновил свою работу. Восьмерку, маршрутное такси. Ходит? Да, сейчас она туда прошла, на Шахтерскую. Ну, это единственный автобус, который спасает и выручает наш район. А большой автобус или маршрутка? Маршрутка обыкновенная, стандартная. Ну, вам хотя бы так? Ну, как, вы знаете, хотя бы так, да. Я живу в Шахтерском микрорайоне. Сегодня узнала, что восьмерка снова ходит. Правда, интервал большой. 1,5 часа ждала автобус. На днях чиновники заключили договор с другим перевозчиком. ИП «Ведлер» пустил по данному маршруту 4 своих автобуса. Интервал движения, как поясняют в акимате, останется прежним – 15-20 минут. Проездными, к слову, воспользоваться в новой восьмерке не удастся. Такое положение дел продлится до конца года. В дальнейшем планируется провести конкурс на городские маршруты, в том числе и на восьмой маршрут, и будут привлекаться новые перевозчики. Напомним, с 5 сентября автопарк номер 3 приостановил работу сразу нескольких автобусных маршрутов – 5, 8 и 51. Причина – нерентабельность направлений и нехватка персонала. Жители микрорайона Шахтерский тогда взбунтовались. Оставаться без транспорта в отдаленном районе не хотелось никому. С 5 и 51 дела обстоят проще. Пути следования 51 автобуса дублирует 01 маршрут. Пассажироперевозчик «Таксокомбинат» увеличил количество графиков и продлил рейс до конечной остановки. Ирина Камышова, Габиден Курышбеков, Первый Карагандинский.